Продолжение моих приключений в Камском устье. О, вот это уже жерех. И жерех, и судак, и щука, и окунь. Да блин, я снимаю дольше, чем они клюют. Вот такой вот судачок на Sparktail. Друзья, всем привет! Это продолжение моих приключений в Камском устье. Сегодня мы в 3 утра встали, поехали на речку снова, на Волгу, покидать со скал, половить судака. Вот, взяли с собой тот же самый наш легкий комплект Лакиджона Нира. Вот, бросаем. Поклевки есть судака, но он весь не крупный. Будем искать самого крупного сегодня судака и посмотрите сами, что из этого получится. Классно. Еще уже на каждом забросе клюет. Ну тут не крупненький, походу. Стоит. Опа. Вот такой вот судачок стоит и атакует каждый раз, когда мимо проводится приманка. Вот такой все грампа. 300-500. Ничего прям выдающегося нету, конечно. Я смотри-ка, подвыбил я судака, походу. О, догнал. Смотрю на тебя, говорю, у меня это... Он, да, я аж прям это такой, опа. Но он мелкий тут, я думаю, может перейти. О, ну вот весь такой вот он. А я вот на зеленую ловлю. Вдоль берега надо кидать просто, да и все. 12 грамм. Вот такие вот красавчики клюют. Все на Sparktail. Так вот. Прям вообще класс. Супер рыбалка. Можно размер увеличить, может быть, качество улучшится судака. Хочется уж такое, грамм 800 хотя бы брать. Я думаю, туда пойти уже, на свои привычные места. Сейчас еще вот пару проводок сделаю и пойду. Сейчас пойду на вчерашние точки. Там уж можно, если он близко, на VIP половить его равномеркой. Например. Да, пойду туда, там поинтереснее все-таки.
Тут что-то какие-то стояли вот мелкие, грамм по 400. Я их всех уже это подергал. Да, вот у нас тут такая интересная тропинка. Как говорится, не нагнись. Потому что здесь, ну, как бы варианта упасть, ну, нету просто. То есть он есть, конечно, но лучше вообще ни в коем случае без этих прыжков об скалу. Удар об скалу при падении там неприятный. Тут еще под скалой глубина сразу. Ну вот откуда я судаков таскал, там метра 3-4 глубина, где судачки стоят. То есть вообще надо очень концентрированно, на самом деле, не торопясь идти. Он вроде сконцентрирован, но все равно все цепляется время от времени. Ну вот, как-то я прошел быстро основную эту тему. А, весь судак сегодня стоит рядом со скалами, ну это из тех судачков, которые клюнули. Вот. А чтобы поймать крупного, я думаю, все равно нужно забрасывать чуть подальше. Поэтому я пошел на то место, где за последние рыбалки наблюдались самые жирненькие рыбы. И буду пробовать тут. Зацепов, конечно, в этом месте много, но буду надеяться, что меня пронесет и что мы поймаем самого большого. То есть вот эта местность уже, где мы будем ловить. То есть это пляж такой у нас тут. Скользко тут довольно-таки. Так что нужно тоже соблюдать аккуратность, потому что на этих камнях подвернуться — это такое себе приключение. Вот тут вот я зацепил самую большую рыбу за последние дни, которая срезала мне об скалы. Буду пробовать еще раз. Тут наденем полярики Norfin Fossalma. Вот очень классные, кстати, мне понравились. Кто не любит всякие цветные линзы, для них это прям самые лучшие очки. Они прям просто нормальным серым цветом все закрывают. И очень хороший поляризационный эффект. То есть вот эту вот дорожку солнечную мы видеть не будем. Вот так вот. Смотрите. Ну ладно, погнали. Там стоят жирные судаки, надо только до них добросить. Сейчас, я думаю, вообще можно VIP ставить и на равномерку ловить. Какие это люблю и умею. Но пока что я заброшу эту приманку. Вот также вдоль забрасываем. Тут прям вообще эльдорадо какой-то. Жерех, не знаю, не жерех. Нужно подрасслабить слегонца. Может, окунь. Есть. Сразу же, видите, только подошел, сразу поклевка. Еще как дерется, да, со мной? Ох, какой! Видали, да, когда-нибудь таких кабанов? Вот это я понимаю, басман. Боцман. Он сейчас оторвет даже приманку. О, смотрите, какой красавец. Вот, друзья, смотрите, какие красивые арбузики клюют в Камском устье. Также Sparktail, 10 грамм, джиг-головка. Что было, то первым кинул. Сейчас попробую, может быть, на випах половить. Ну и окунька нашего отпускаем. Он все-таки больше по судаку. Классно. Ну вот, привязали совсем маленький и легенький VIP, 9-граммовый Lucky John VIP S. Вчера он себя вообще отлично показал, сегодня будем пробовать. Так, я расслаблю фрикцион, потому что если влетит жерех, мне вообще мало не покажется. А жерех тут может влететь сейчас вообще легко. С окунем. Оп, уже поклевки.
О! Ну что за рыбалка, а? Смотрите, какие горбачи клюют. На крючке шикарная рыба. О! О! Раздача крупного окуня, друзья. Смотрите, какие красавцы клюют. Кайф вообще. Опа. Вот такие вот круглые окунцы с такими приятными поклевками клюют на вибы в проводку. Ну что за рыбалка в Камском устье. Ладно, отпускаем его. Посмотрим, может быть, жерешок еще подойдет. Да блин, я снимаю дольше, чем они клюют, это капец. Вон у меня сильнее сопротивляется, чем этот судачок мелкий. Вон какой красавчик. О, а вот это уже жерех. Сейчас жереха поймаем, походу. Посмотрим, может быть, жерешок еще подойдет. Тут поинтереснее даже. Клюет? Так и судак ведь можешь клюнуть. У меня вчера так судаки клевали. Просто. Ну какой зацеп? Нет, судачок уже. Я говорю, судаки так клевали. Вон он, судак тоже так бегает. Судак, судак. Вон какой. Красавчик. Тоже. Тут все охотятся рядом с берегом. Они загоняют тюльку к берегу и жрут ее всей компашкой. И жерех, и судак, и щука, и окунь. Тут всю рыбу можно поймать просто вот вдоль берега, бросая вип, например. Ну или бросая вдоль берега эту какую-нибудь силиконку на легком грузе, которая не цепляется, то же самое. То есть я даже сильно не опускаю приманку, потому что все равно здесь все в верхних слоях. Сейчас вот где жерех бегал. Фрикцион у меня уже расслаблен, чтобы он не оторвал на первом же рывке. Вон он. Что им больше тюльку напоминает, то и будет работать лучше. Ой, далеко забросил. О, вот это уже жерех. Ну вот я же говорю, жерех лупит. Вот он все-таки клюнул. Или нет? Нет, это жерех. Больше никто не может так давать прокакаться. Ну, у меня прям вся рыба, которая есть, клюет, походу. Так, можно я тут его выведу? Ой, какой красавчик. Я прям кинул туда вот, где он там бил этого, тюльку эту. Там же я его и поймал. Да, записываю видос. Ой, лосось прям, лосось. Давай. У них тут есть, я заметил, вот такая вот удобная выемка. Кстати, вот за холочку жереха брать самое вообще удобное. Вот. Смотрите, какой красавчик попался нам. Тоже жерех, что ли, походу? Он сразу же тоже. Не оторвал? Просто ушел. Ну ладно. А то... они отрывать, блин, умеют. Аккуратно, леска.
Во-во-во. Ой-ой-ой. Вот это хороший жерех. А, это не жерех, это окунь. Ничего себе, окуняры. Нормальный. Так, с такими окунями судак вообще не нужен нафиг. Сата, конечно. Ну, опять же, на VIP просто в проводку. Просто огнище. Блин, ну это вообще азартная рыбалка, конечно, азартная. Ну, окунь еще клюет. Окунь я достал уже тут парочку. А вот жереха уже не знаю, он подойти должен снова только. Только если так. О! Какой красавчик, а? Ну это окунь. Идет как окунь. Ну как хороший окунь. А нет, судак. Вот рыбалка, а? Судак. Судак, окунь. Все есть. Ну, придавил чуть-чуть. Тут все, вот эту тюльку все выгоняют, кто только может. Там крючки, я не хочу уже зацепиться. Такой нормальный судак, вот смотрите. Симпатяга такой, грамм на 500. Все тут эту тюльку поддавливают к берегу и клюют. О. Тоже на тот же самый VIP-S. Сейчас еще, наверное, щука потом подойдет. Эту тюльку есть. Ну это что такое вообще? Я забрасывать не успеваю, они уже садятся. Это вообще капец. Как приятно. Что это за рыбина-то хоть? Окунь, что ли? А, окунь. Да еще и какой. Ну, нормальный. Такой кругляш, грамм 300. Так-то обловим. С поклевкой такой хороший. Ну, это судачок, скорее всего. Давит. Ай, блин. Судак. Решил переключиться уже на супер серьезный джиг, потому что хочется поймать что-то достойное. Это у нас чоппитейл 12,5 сантиметров на 18 граммах. Я думаю, он и мелкую рыбу соблазнит, и великана какого-нибудь. Ничего себе, такая поклевка уродская. И рыба вроде нормальная. Хороший судачок. Да, вот это уже нормальный судачок. Самое главное, смотрите, за что он зацепился, да? За ассист, а не за главную джиг-головку. Это прикол. А нет, нет, он зацепился за главную джиг-головку, а не за ассист. Прикольно. Все-таки нормально он
как-то снаружи атаковал и взялся. Вот смотрите, уже похож на красивого судака. Зачет. Красавчики дарят нам свои поклевки. Я хочу еще поклевку судака. Даю шанс джиговому судаку, в общем. Это рыба! Это рыба! Это нормальная рыба. Ничего себе! Ну я знал, что эта дурочка тут будет. Ай, блин. Ну и хорошо, что свалила. Аккуратно взяла, и поэтому нам повезло. И мы с приманкой. Вот так вот. Мне даже не пришлось, чтобы эту рыбу поймать, обороты делать. Она уже села просто. Ай, обрезала об подводную. Вон, жерешара. Это окуняра. Нормально так. Окунь тут вибы ест. Он уже горбатый. Время 7:22, но уже стало очень сильно жарко. Солнце высоко, все-таки июнь. Фух, я думаю, сейчас купаться уже пойду. И потом попробую еще, может быть, немножечко покидать. Вот. Ну а так, рыбалка получилась классная, прям клевала с первых забросов. Очень понравилось ловить на VIP. Прям вдоль берега, когда клевали вот эти вот окуни, всякие судаки, щучки и жерехи особенно. Ну а так, по джигу сложно на самом деле, потому что хорошая рыба, она все время заводит под скалу и срезается, если она даже клюет. Вот. Но все равно получилось что-то поймать, получилось поймать каких-то симпатичных судачков. Вот, спасибо всем, кто смотрел это. Надеюсь, вы прям прочувствовали вот этот вот кайф от этой рыбалки летней на такой красивой, огромной реке. Вот, а мы, я думаю, в следующий раз увидимся уже на Казанке, когда я буду на каяке рассекать. Вот. Думаю, Казанка тоже нам подарит классные трофеи. Все-таки по судаку надо расчехлиться. Трешка или четверка обязательно должна быть у нас в активе. Ну вот, впрочем, все. Всем спасибо, кто смотрел, пока.